Ректор КФУ провел предварительное обсуждение стратегии развития медицинского кластера университета. В отличие от принятого формата защиты стратегии, встреча прошла в присутствии нескольких проректоров, профильных специалистов и главного врача университетской клиники КФУ. Обсуждение носило предварительный характер и было необходимо для координации общей стратегии медицинского кластера. Приоритетом, как и раньше, является продвижение отечественных разработок и применение уникальных методов терапии в университетской клинике КФУ. Но теперь с указанием конкретных мероприятий с точными границами начала реализации проектов. Ильшат Гафуров неоднократно подчеркивал мысль о необходимости вводить новые услуги, еще не развитые или отсутствующие в Казани. При этом отдельно оговаривалось высокое качество, что способствует росту платежеспособного спроса. Завершая совещание, проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов и главный врач университетской клиники Казанского федерального Альмир Абашев продемонстрировали, как именно осуществляется взаимодействие фундаментальной науки и практики, отразив это в стратегии. Подробнее о том, что именно появится в КФУ и университетской клинике, расскажут на предстоящей в ближайшее время общественной защите дорожной карты Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Адель Шамилова, Универньюз.